Друзья, всем привет! С вами снова Дмитрий Кухтенков, как всегда, с порцией очень полезного контента. Вот. Сегодня хочу рассказать вам об очень таком классном сервисе, который называется Pump It, вот, что в переводе с английского, по-моему, если не ошибаюсь, означает «прокачай», ну, здесь в данном случае YouTube, свой YouTube-канал. Да? Классный сервис для того, чтобы прокачивать ваши ролики на количество просмотров, на количество лайков и на количество тех людей, которые подпишутся к вам на канал, добавят ваше видео в избранное и так далее и тому подобное. То есть все для того, чтобы продвигать ваше видео. Вот. Как вам известно, те, кто занимаются интернет-предпринимательством, вот, сейчас очень важно и модно записывать различные видео-подкасты или, может быть, какие-то видеопрезентации, свои какие-то видеоролики, да, когда вы себя снимаете на камеру, для продвижения своего личного бренда, для продвижения там командного бренда, ну и так далее и тому подобное. Да. Ну, какое-то обучение, может быть, вы предлагаете своим, как бы, своей целевой аудитории. Вот. Но для того, чтобы продвигать свой ролик в интернете, ну, как бы, это достаточно такой сложный, трудоемкий процесс. Вот, для этого вам нужны, первое, это подписчики, естественно, на ваш видеоканал, это просмотры, тоже в первую, даже, я бы сказал, очередь. Итак, давайте посмотрим, сколько набрал мой ролик, который я раскручивал с помощью этой программы. С помощью этого сервиса. Так, друзья, нажмем мы куда? Через менеджер видео. Наверное. А, нет, вот. Так, нажимаем. Привет, дорогие друзья. Вот, 16244. 63 поставили лайки. Информация, сколько добавили в избранное. Тут нету, ну, я думаю, тоже много. Вот. И, соответственно, еще много людей, которые подписались на мой видеоканал. Итак, а теперь о возможностях самого сервиса. Ну, во-первых, здесь реферальная система есть, да, за нее вы получаете, ну, различные поощрения, то есть кредиты. То есть для того, чтобы ваш проект запустить, ну, как бы, вот в работу, да, чтобы он набирал просмотры, нужно, ну, пользоваться, как бы, программой и самому, как бы, просматривать ролики. То есть вот у меня программа это работает, вот я ее включил без звука, вот она работает, то есть тут показываются ролики, то есть ее, ну, надо, чтобы она была постоянно включена, тогда у вас будут накапливаться кредиты. Вот. Скачать саму программу можно на главной странице. Тут посмотрите, почитайте. Вот. Нужно скачать вот эту аппликацию, запустить. Есть четкая инструкция. То есть с этим проблем не должно у вас быть. Посмотрите, почитайте. Вот. Теперь самое главное. То есть что здесь нужно сделать? Нажимаете на вкладку проекты. Так, допустим, добавить проект, или вот у меня есть проект, который, ну, у которого закончились, как бы, кредиты, да? Вот кредиты эти, они накапливаются абсолютно бесплатно, то есть можно покупать, можно просто накапливать, вот, как я уже сказал, то есть я вот сейчас просматриваю видео, вот, и у меня накапливаются, как бы, эти кредиты. Так, нажимаем на компанию, редактировать, выставляем число просмотров, естественно, ссылку на тот ролик, который вы будете раскручивать, название проекта, просмотры, приоритет ролика тоже можно поставить, ну, соответственно, оценки, добавить в избранное и подписчики. То есть, ну, все интуитивно понятно, вот, ничего сложного нету. Вот, у меня на балансе остается еще 75,5 кредитов, вот, то есть я могу еще увеличить количество просмотров. Вот, то есть здесь можно поиграть, как бы, цифрами. Подписчики, добавить в избранное, оценка мне нравится. Вот, допустим, убрать просмотр, добавить мне нравится.
Вот, и все, и после этого. Так, добавить вызов. Да, приоритет это, скорее всего, чтобы ваш как бы ролик быстрее попал в ротацию, чтобы как можно быстрее он набрал вот эти вот просмотры. Все, вот видите, да, у меня осталось 8 кредитов. Нажимаем сохранить изменения. Так, и далее нужно просто запустить проект. Запускаем проект, все, он запущен. Просмотры пошли. Вот, также. Здесь мы уже ничего не сможем поменять пока, да, пока проект не завершился. Вот, мы ничего не можем менять. Вот, единственное, мы можем его удалить и сделать заново, как бы, новый проект. Вот, раскручивайте свои видео, пользуйтесь сервисом. Вот, и, естественно, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке. Вот, я вам ее, под роликом я ее размещу обязательно. Вот она, в принципе. Все, всем пока, всем удачи. С вами был Дмитрий Кухтенков. Пока-пока.